Это самая сладкая фабрика в Химках. Шоколад здесь льется рекой. Но несмотря на большие объемы, здесь каждый грамм на счету. Все взвешивается более чем тщательно. Например, вот эти шоколадные кружочки весом ровно 3 грамма поедут в рестораны и кондитерские, чтобы превратиться в десерты высокой кухни. Ежедневно эта сладкая фабрика в деревне Поярково микрорайона Луневская производит около 3 тонн чистого шоколада. И на этом останавливаться не собирается. У нас постоянно растет количество сотрудников, то есть постоянно мы здесь создаем новые рабочие места. Это и производство, и склады, и логистика. Хочется иметь свой продукт здесь, качественный, хороший и в большом объеме. Изначально предприятие было ориентировано на рестораны, однако за 26 лет работы шоколадная фабрика стала производством практически полного цикла. Сейчас здесь изготавливают порядка 130 линеек шоколадных изделий. Малина, йогурт, банан, кокос, тоже все потрясающе. И со вкусом еще капучино. Вообще восхитительно, да. У вас большое разнообразие продукции. Особая гордость фабрики – новые конфеты. В их составе нет пальмового масла и сахара, поэтому эти сладости подойдут даже диабетикам. Новый виток в развитии состоялся благодаря поддержке государства. И не только. Представители муниципального казенного учреждения «Малый бизнес» помогают предпринимателям в Химках. Они поддерживают отечественное производство. Особенно хочу отметить вклад в предприятие в поддержку малого и среднего бизнеса. Фабрика активно сотрудничает с местными поставщиками и предпринимателями, что создает благоприятные условия для роста и развития бизнеса в нашем округе. На развитие шоколадной фабрики из регионального бюджета было выделено более 3 миллионов рублей. Эти средства планируют потратить на строительство еще одного дополнительного цеха. А это значит, что здесь появятся новые рабочие места. Сергей Бекмамбетов, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.